В Ульяновске продолжается 57-й международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена». Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский в камерном составе выступил с гитаристом из Франции Филиппом Муратоглу и дирижером и альтистом из Санкт-Петербурга Алексеем Людевигом. Также Филипп Муратоглу – выпускник Парижской консерватории, солист Окситанского камерного оркестра. Перед концертом музыкант вкратце рассказал о программе выступления. Сегодня я начну со своего произведения. Оно называется «Стены», и это произведение – импровизация. Я хотел бы начать с него, чтобы попробовать акустику зала. Затем я вернусь на 5 веков назад и сыграю Франческо де Милано, итальянского музыканта эпохи Ренессанса. Яркий, многогранный талант, великолепное мастерство и импровизированный стиль игры Филиппа завораживает слушателей. Российский альтист и дирижер Алексей Людевик – уроженец Ленинграда. Искусству дирижирования он обучался у Мариса Янсенса. Гастроли Алексея Людевига охватывают множество стран мира, в которых он выступал с ведущими музыкальными коллективами мира. Среди них филармонический оркестр и оркестр Камерата из Санкт-Петербурга, литовский камерный оркестр, оркестр Берлинского радио и многие другие. Подборные аплодисменты и крики «Браво!» завершился совместный концерт французского гитариста и российского музыканта и дирижера. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.